новое поколение. Определимся сразу. Кто такой дедушка Ленин, вождь рабочего класса? Красный Октябрь великий, из школьной программы изъят. Основам культуры и религии учат теперь ребят. Кем был советский воин, воин-освободитель? С кем вы, народ рабочий, все примирить хотите? Кто разжигает войны, смерть продает умело. Зачинщиками этой бойни воевал капитан Гастелло. С дельцом на руку нечистым, которому светит пуля, с проклятым капиталистом сражалась королева Гуля. И юность себя не щадила, и многих не стало. Но били в свиное рыло финансового капитала. Буржуй, ты нам не расскажешь о пионерах-героях. Боишься, смолчишь, измажешь тех, кто воевал с тобою. Зато, повздыхав немного, перекрестясь обильно, зашепчешь о роли Бога. Батюшка, вы партийный? Как там десоветизация, лозунги провокаторов? Сплотимся, великая нация, вокруг эксплуататоров. Мы новое поколение, ложь различаем сразу. Мы будем читать Ленина. Мы будем читать Ленина. Мы будем читать Ленина. Мы будем читать Ленина, дети рабочего класса. Ответишь за наши беды. Такой вот стишок недетский. Мы празднуем День Победы. Победы страны советской.